Добрый день, дорогие ребята! Сегодня мы с вами будем делать тематическую поделку ко дню Жен-Мироносец. Для этого нам с вами понадобится листочек бумаги, это будет наша основа, и ниточки разного цвета, зеленый, желтый и красный. А что из этого получится, мы сейчас с вами увидим. Да, и обязательно нам с вами нужен будет клей. Значит, что мы будем делать? Мы берем клей, ставим точечку из клея. Теперь берем желтую ниточку, а ниточки, я думаю, есть у каждой мамы. И вы обязательно у нее попросите, и она вам поможет. А теперь смотрите, что я делаю. Нам нужно вот так вот ниточку закрутить, видите? Вот. Вот. Вот что у нас должно получиться. Это несложно, но понадобится все-таки приложить какие-то усилия. Видите? И теперь мы прикладываем к точечке, намазанной клеем, нашу желтую ниточку. Значит, что мы будем делать? Мы берем клей, ставим точечку из клея. Теперь берем желтую ниточку, а ниточки, я думаю, есть у каждой мамы. И вы обязательно у нее попросите, и она вам поможет. А теперь смотрите, что я делаю. Нам нужно вот так вот ниточку закрутить, видите? Вот. Вот. Вот что у нас должно получиться. Это несложно, но понадобится все-таки приложить какие-то усилия. Видите? И теперь мы прикладываем к точечке, намазанной клеем, нашу желтую ниточку. Интересно, догадались вы уже, что мы будем делать или нет? Теперь мы берем красную ниточку. Посмотрите, она намного длиннее, чем желтая, потому что наш кружочек должен быть больше. И вот точно так же мы с вами скручиваем вот такую вот спиральку. Мы не торопимся, но уверенно делаем наши детальки. Эта работа у нас для самых маленьких. Но не потому, что она какая-то не такая красивая, она просто немножечко проще в исполнении. Но все равно, дорогие родители, я надеюсь, вы поможете ребятам сделать эту работу. Теперь мы намазываем клеем еще одну точечку над желтым нашим кружочком. Посмотрите. Вот. И приклеиваем. Теперь мы берем еще одну ниточку и точно так же сворачиваем нашу спиральку. Нам понадобится не одна такая спиралька для нашей работы. Но сейчас я это все быстренько уже буду делать, потому что чем дальше мы делаем, тем больше мы привыкаем и больше учимся. И теперь мы намазываем клеем рядышком пятнышко. Видите? И прикладываем еще один наш красный кружочек. Мне очень интересно, вы догадались уже, что мы с вами будем делать? Вернее, что мы уже делаем? Мне кажется, уже можно немножечко понять. Сейчас я попытаюсь немножечко ускориться, а вы не торопитесь, потому что работа должна быть очень аккуратная.
Это будет непростая работа, ребята. И потом вы поймете, почему. Вот. Ну вот, мне кажется, вы уже догадались. Это будет цветочек. Так. Я взяла красный цвет ниточек, а вы можете взять любой, какой есть. Цветочки ведь у нас бывают разного цвета, правда? Вот так. Когда вы будете работать, ваши пальчики будут разрабатываться, а это очень полезно для деток. Посмотрите, какой интересный цветочек у нас получается. Так. Вы можете заранее нарезать все ниточки, чтобы потом не отвлекаться. Все себе приготовить. И у нас даже будет шаблончик, по которому вам будет очень просто приклеивать цветочек. А теперь, ребята, посмотрите наш промежуточный. Видите момент такой? Вот что у нас получается. Вот такой цветок. Теперь я быстренько делаю еще одну срединочку, потому что всего у нас будет три цветочка. Вот так. И у меня даже получается один цветок будет не красный, а бордовый. Это всегда интереснее, когда используется несколько цветов, несколько оттенков. Тогда работа получается не скучной. Вот, видите? Теперь я беру бордовые ниточки. Но принцип тот же. Я точно так же сворачиваю спиральки, намазываю клеем наш фон и приклеиваю наши спиралечки. Вот так. Бордовая ниточка у меня немножечко короче. А короче она потому, что нитка сама по себе толще. Вот так. Сейчас мы быстренько. Но вы знаете, как бы ни старался работать быстро, а все равно какое-то время нам нужно будет с вами потратить. И мы же знаем, да, что работу всегда нужно делать аккуратно, не спеша. Вот. Я думаю, что наши дорогие малыши очень хорошо потрудятся. Вот так. Видите, какие чудные спиральки у нас получаются. И вы знаете, чем дальше, тем они получаются быстрее и быстрее. Я думаю, что у наших ребят будет получаться точно так же. Пальчики наши уже помнят, что нужно делать. Вот так. Очень интересный цветочек у нас получился. Очень интересный. И вот, наконец, я перехожу к третьему цветочку. Пальчики наши уже помнят, что нужно делать. Вот так. Очень интересный цветочек у нас получился. Очень интересный. И вот, наконец, я перехожу к третьему цветочку. И точно так же сначала я делаю срединочку. И вы знаете, чем толще ниточка, тем проще с ней работать. Она в пальчиках как-то задерживается лучше. Потому что вот тоненькая ниточка, и я ее теряю. Ну, может быть, это потому, что я немножечко тороплюсь.
А вы торопиться не будете. И все будет получаться хорошо. Вот. И третий цветочек у меня снова будет красненький. И опять я кручу эти спиральки. Вы знаете, как интересно получается? Ручки работают, пальчики разрабатываются. Это даже зарядка какая-то получается для пальчика. Мы с вами делаем не только красивую работу, а еще и зарядку для ручек. Вот, уже совсем немножечко нам с вами осталось. Так, крутим, крутим. Главное, чтобы ниточка у нас сложилась. Видите, вот так вот плотненько, одна к другой, чтобы не было больших промежутков. Тогда наши лепесточки, а это у нас лепесточек получается. Каждая спиралька – это лепесточек цветочка. Тогда наши лепесточки будут красивенькие, аккуратненькие. Вот. Чудесно. Крутим, крутим. Главное, чтобы ниточка у нас сложилась. Видите, вот так вот плотненько одна к другой, чтобы не было больших промежутков. Вы знаете, можно использовать даже и не обязательно нитки. Посмотрите, какие замечательные цветочки у нас с вами получились. Теперь мы должны с вами сделать стебельки. Стебелечки мы сделаем из зеленых ниточек. Притом, смотрите, я взяла нитки разных оттенков. Вот, мы приклеиваем стебельки, хорошенечко намазываем клеем полосочки и приклеиваем стебельки. И теперь, ребята, я вам уже говорила, что можно использовать не обязательно ниточки. Мы можем сделать нашу работу из гофрированной бумаги. Для этого нам нужно отрезать полосочку гофрированной бумаги и свернуть ее в такую вот трубочку, жгутик такой. Вот он очень будет похож на наши ниточки. И потом вы работаете точно так же, как и с нитками. Вот, наши стебельки уже готовы. Но мы же прекрасно с вами знаем, что цветочки растут на лугу или в саду, и нам нужно сделать травку. Для травки мы используем такие же зеленые нитки разных оттенков. Вот посмотрите, сейчас мы с вами будем приклеивать травку. Для этого нам нужно намазать клеем внизу нашей работы полосочку пошире. Клея намазываем хорошо, чтобы все хорошо приклеилось. И теперь мы берем наши ниточки и аккуратненько приклеиваем их, чередуя темно-зеленый цвет и светло-зеленый цвет. Мы стараемся, работаем с вами аккуратненько. Вот так, ровненько. И у нас с вами получится такая чудесная травка. Вот. Замечательно. Сейчас мы доклеим все ниточки, и я вам покажу, что у нас получилось. Отлично. И последняя ниточка. Так. Замечательно. А вот теперь посмотрите, какая чудесная работа у нас с вами получилась. Эта работа может быть прекрасным подарком вашим дорогим мамам, бабушкам и сестричкам. Празднику Жен-Мироносец. И я поздравляю вас с наступающим днем Жен-Мироносец.